когда началась война, мне было годик. На войну я не знаю. Когда война кончилась, после войны на Украине была в 47-м году большая голодовка. И мы голодали. Мы листья слипы рвали и собирали гнилую картошку зимой. Она крахмаль выделяет, белая. И добавляли и крахмаль этот, и собирали на полях колосся с пшеницы. Их мололи и делали блинчики. Листья, картошка гнилая, и чтобы выжить. Умерла бабушка моя, единственная бабушка умерла, и нам не за что хоронить было, потому что мы жили в землянке, немцы сожгли дом, все сожгли. И у нас ничего не было, мы жили в землянке. Очень трудно и запомнится на всю жизнь. Когда война кончилась, 46-47 голодовка была. Вот. Ходить у нас не в чем было. И это, ели траву, лебеду, щавель конский. Вот чем мы питались. В апреле приехали в 41-м году, а в июне война началась. Отца забрали. Осталась мама, нас трое маленьких. Сима, все маленькие. Лидия Григорьевна только годик было. Мне 4 года было, а старшей сестре 6 лет было. И шли после войны, не в чем было ходить. Ходили, были и 37-й, и 36-й, и 40-й, все вместе учились. Потому что обуться не в чем было, одеться не в чем было. И я 7 классов кончила. Ну, Лидия Григорьевна ездила в хорой, 10 классов кончила. Не это. А самая старшая только 4 класса кончила. Я, мне мама рассказывала, что на наше село никто в домах не жил, потому что стояли немцы в нашем селе. И там был подземный погреб такой большой, что туда помещались. На деревне жили человек 300, и все помещались туда. И вот сидят, и вдруг открывается дверь, и заходит 5 немцев вооруженные, и заходят сюда. Ну, все думали, что всех перестреляют. Ну, а я, мама меня держала, мне был годик, и держала на руках. А он подошел, немец. И моей маме говорит, киндер больной, это значит ребенок больной. Она головой сказала, да, больной. И он вытянул шоколадки очень много с кармана и всех угостил, детей, которых мог угостить, сколько хватило. И все ему благодарили. А он говорит, война не хорош, война не хорош. У меня киндер и показывает, поднимает руку и показывает, что 5 киндер у меня. Война не хорош. И потом раздал шоколадки. И все 5 не тронули ни одного жителя. Все вышли с этого подвала и закрыли двери и ушли. Самое страшное, когда немцев гнали, я так немного, и они обстреливались, и к нам попало это... в окно и в притолку пуля. Вот тогда было страшно. Запомнится на всю жизнь. Вот так.